Здравствуйте, друзья! Когда ваш мозг здоров, ваш организм здоров. Все болезни начинаются с нарушения работы мозга. Например, камни в желчном пузыре возникают в результате застоя желчи в желчном пузыре. Желчный пузырь слабый, вялый, он плохо сокращается. Возникает застой желчи и начинают образовываться камни. Или изжога, которая появляется в результате недостаточного смыкания кардиального жома. Он находится между пищеводом и желудком. Из желудка начинает забрасываться в пищевод кислое содержимое и появляется изжога. Работой желчного пузыря и кардиального сфинктера управляет мозг через блуждающий нерв. Иммунитетом тоже управляет мозг. Вы, наверное, слышали, что зависть, злость, обида, ненависть, чувство вины, хронические стрессы и другие негативные эмоции приводят к возникновению болезней. При любой хронической болезни надо начинать с лечения мозга. Здесь нужна основательная работа со своими мыслями. И в этом вам поможет клеточное питание, которое эффективно улучшает работу центральной нервной системы. Подписывайтесь на мой аккаунт «Доктор Коновалов». Здесь много интересного, полезного и ценного для вас.